Всем снова привет. Встречаемся, как всегда, эти дни. В 7 часов вечера на черном рынке. ЕБР! Блин. Аукцион. ЕБРа я хочу. ЕБРа я профукал, когда был марафон. И сейчас очень сильно жалею об этом. Блин. Блин. 10 тысяч ставка. Жемчужина моей коллекции. С удовольствием обменял бы свой внедорожник на этого красавца. 10 тысяч. 20 тысяч товаров всего. Мне кажется, цена будет бешеная. Но я 20 не поставлю. У меня всего 20 тысяч, я 20 не поставлю ни за что. Не стоит он того. Остаться совсем без голды не хотелось бы. С другой стороны, настолько ли он мне нужен? Пожалуй, сделаем так. Компромисс. Блин. Первое предложение на рынке, когда хочется, прям хочется. Ну, конечно, планку ценовую они задрали дико. Блин. Прям не знаю. Пятнашку, что ли, поставить? Попробуем 15. Останется у меня 5000 голды. На все про все. Ну вот, возьму я этот танк. Допустим, купил я этот танк. Много ли я на нем буду кататься? Французы у меня есть. Колесники у меня есть. ЕБР 105 я выкачал уже. Еще не катал, правда. Имеет ли он смысл? Имеет ли смысл? Нет. Много. Пожалуй, вот 12500 я поставлю. Если не сыграет, значит, не судьба. Если сыграет, значит, я молодец. По идее, их должно быть до дури у народа. Сделаем такую ставку. Но единственное, что я могу сказать, это на самом деле хорошее предложение. Лучшее предложение этого черного рынка. Что ж, на сегодня все. Всем пока. Будем ждать, сыграет моя маленькая ставка или не сыграет. Я думаю, так вангую, что в районе 16-17 тысяч будет минимальная ставка, которая сыграет. Но я столько за него не заплачу. Не буду. Меня жаба задушит.